музыкой, воздушными шарами и сюрпризами. По маршруту 145-го маршрутного такси курсировал добрый автобус. Для пассажиров проезд оказался бесплатным. Улыбки и удивленную реакцию одесситов наблюдала моя коллега Юлия Долганюк. Каждый день Анна ездит в университет на 145-й маршрутке. Сегодня студентка едет на пары с чувством радости. Тут сразу настроение поднялось, и все такие милые, не знаю, мне очень понравилось. Я прям еду и получаю удовольствие от того, что я сейчас нахожусь в этом месте и в этой маршрутке. И всем своим одногруппникам уже понаписывала в Вайбере, что вот, смотрите, тут такое происходит, фотографии пофотографировала. Вместо 5 гривен за дорогу – бесплатный проезд и множество позитивов в придачу. Одесситы не сдерживают эмоций. Неожиданно. Даже и... Ну, это как бы видишь по телевизору, но не можешь представить, что ты сам будешь в таком участвовать. Приготовила деньги за проезд 20 рублей, за себя, за ребенка. Не ожидала, что будет бесплатно. Очень приятно, спасибо большое. Даже дело не в том, что 5 гривен, а вот сама атмосфера, ну просто день начинается, и жизнь добавляет. Вести радостных пассажиров особенно приятно, добавляет и водитель доброго автобуса. Сегодня у нас такой день позитивный. Все люди довольны, смотришь в салон, у всех улыбка, все непонятно, что происходит и как. Ну и, конечно, и у меня настроение хорошее. Особенное маршрутное такси легко узнать среди других по наклейке «Недели добрых дел». Автобус курсирует с утра и до 4 вечера. Мы выбрали этот маршрут, потому что он соединяет и поселок Котовского, и Таирова, едет через центр. По нашим данным, этим маршрутом за время акции успеет воспользоваться около 1000 человек. И каждый человек сможет почувствовать частичку радости. Позитивом от приятной поездки в добром автобусе зарядились Юлия Долганюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. We'll be right back.